неплохо бы научиться смотреть и считать хотя бы на шаг вперед. Человечеству давно пора понять и принять одну самую главную истину. Насилие порождает насилие. А путь к миру и процветанию слагается доброй волей и диалогом. И памятью об уроках прошедших войн, о том, кто и зачем их начинал. Памятник воинам Первой мировой не только дань великим подвигам. Это предостережение о том, что мир хрупок. Неплохо бы научиться смотреть и считать хотя бы на шаг вперед. Человечеству давно пора понять и принять одну самую главную истину. Насилие порождает насилие. А путь к миру и процветанию слагается доброй волей и диалогом. И памятью об уроках прошедших войн, о том, кто и зачем их начинал. Памятник воинам Первой мировой не только дань великим подвигам. Это предостережение о том, что мир хрупок, напоминание всем нам об этом. И мы обязаны беречь мир. Помнить, что самое ценное на Земле – мирная, спокойная, стабильная жизнь. Светлая память героям Первой мировой войны. Слава русскому оружию и нашему солдату-герою. Спасибо.